других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Без электроэнергии останутся некоторые дома в Кирове. 20 февраля в городе пройдут плановые отключения. Специалисты горэлектросетей будут работать с 8 утра и до 5 часов вечера в разных районах города, в том числе в Порошиной, Слободе, Талице. Полный список домов можно найти на сайте городской администрации, а также на портале девятка.ру. Очередные сплошные проверки пройдут в Кирове в эти выходные. Как сообщили специалисты управления ГИБДД, инспекторы будут массово останавливать автомобили, на этот раз в Октябрьском районе Кирова, чтобы проверить водителей на состояние алкогольного опьянения. Также автоинспекторы будут патрулировать въезды и выезды из областного центра. Напомню, за управление авто в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также придется заплатить штраф 30 тысяч рублей. Отловом собак в Кирове все-таки будут заниматься. Он начнется со следующей недели, после того, как будет подписан контракт с новым подрядчиком, индивидуальным предпринимателем Денисом Петелиным, который занимался отловом в прошлом году. Отлов, как сообщается на сайте горадминистрации, будет повсеместный. И эта мера, цитата, крайне необходима, учитывая текущую ситуацию, возрастающую угрозу распространения бешенства. Поэтому хозяевам собак в Кирове напоминают о необходимости следить за домашними животными.